Так, начнем с луны, да, с чего же еще? Смотри, какая красавица. 20:33 по Киеву, 25 июля 2020 год, Харьков, ветер штатив шатает, ай-яй-яй. Ну, тут я мало что могу сделать. Да. И как всегда облачка. Ну что ты будешь делать? Пишет мне хлопец из Сибири. Ясный у нас июль-то ясный, но какой он ясный. Если нужно абсолютно чистое, чистое небо. Оно вот так. Да еще и с ветром. Ну и на том спасибо, конечно. Кратеры видны хорошо. Но пока еще высоко луна, они же начнут опускаться. Я-то хочу сейчас снять, как будут вставать Юпитер с Сатурном. Не, ну ветер сильно шатает камеру, ты посмотри. Поднимается все больше и больше ветерок. Ладно, давай пока может окрестности посмотрим. Кстати, сейчас должен МКС лететь. При дневном свете. В сумерках я его еще не снимал никогда. Красотень кругом. За исключением этих пожаров или что-то. Палят что-то, ребята. Так. Где-то там у нас должен вставать Юпитер с Сатурном. Вообще, вот в такой красоте нахожусь. Сегодня снимал возле немецкого кладбища ночью. Вот там виды красот вообще. Фотографии я наделал, а вон пятихатки видны. Абрис виден. Церкви царицы Тамары. Ну, совсем плохо видно, конечно, но видно, что это церковь. Да, посмотрел, я 10 километров отсюда, да, этой церкви. Пока вроде ветерок стих, наводимся опять на луну, наслаждаемся. Фазы луны позволяют более четко кратер рассмотреть за счет того, что освещение боковое и хорошо видны тени. Не как в полнолуние.
Ой, а внизу вообще луны, классно. Все испещрено. Да, следы от падения метеоритов, астероидов, да. Метеор, по-моему, только в атмосфере может быть. Как в жидкую грязь что-то падало и засохло. Где наш МКС? Должен был уже где-то лететь, по-моему, в это время. Да. Из-за этих же облачков не получилось с утра поснимать полноценный парад планет на этом немецком кладбище, ну, возле немецкого кладбища. Там потрясающие виды, конечно. Ярочки эти, заполненные утренним туманом, мистические виды соответствуют. Что на таком риске случае самое время выяснить на 10-й минуте съемки. Тень какая-то такая с вогнутостью. Такое ощущение, что там понижение уровня Луны, уровня моря, да? Там же тоже моря на Луне. На Луне. Моря на Луне. Безводные, но моря. Отошел. Плохо, даже не вижу на этом маленьком экране, резко оно или не резко. Окуляр еще хоть как-то. Ладно, с первым дублем, думаю, все. Летали на Луну. Ладно, 25 июля 2020 год, Харьков, 50-я параллель, ванильные небеса, северные широты. Смотри, небо какой красоты. Господи, полшага от Харькова и как в другой мир попадаешь. Смотри, вообще цвет такой. Эти братья по разуму нам еще добавили дымку сюда, конечно. Ладно, ждем Юпитера с Сатурном. Сейчас 20:44 по Киеву.